Алексей, Яна, спасибо, студия. Доброе утро, дорогие телезрители. 12 января в 19.00 на улице Ады Лебедевой, 149, в пространстве Каверкинг состоится кавер «Вечер рок-н-ролл». И сейчас Борис, Данил и Александра презентуют нам одну из композиций этого незаурядного январского мероприятия. Подпеваем! Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук в шнурок. Я закрываю дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-буги до утра. Ведь я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Ведь я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я люблю буги-буги. Я танцую буги-буги. Сегодня я одинок, и вот я совершаю телефонный звонок. Я звоню тебе, я говорю привет. Я не верю в тебя, но скоро ты лишь лет. Если ты не знаешь, чем вечер твоя, почему она с тобой не погиба танцевать? Буги-буги, ты любишь буги-буги. Ты любишь буги-буги. Ты любишь буги-буги. Знаю, чем дополнить свои хобби нашим ансамблем «Утренние аисты». И сейчас, ребята, можно быстренько передать привет мамам, папам, любимым, тем, кто сейчас смотрит, болеет и также шейкерит. Борис? Маме, бабушке, всему институту, любимым преподавателям, девушке и вообще всем-всем-всем, да-да-да. Сессию сдал? Еще не началась. А, любимому институту какой? И Институт горного дела, геологии и геотехнологии. Ты все время забрал у коллег. Данил. Привет моим родным. Дишуля, привет. Ну и привет всем, кто нас смотрит. И, конечно же, Александра Скромная и с бубном. Спасибо всем, кто был сегодня со мной в это утро. Спасибо родственникам, спасибо друзьям. Александра, не так, никто так не бубнит в бубен, как ты по вторникам. На этом музыкальный привет для Алексея Бицкого в исполнении нашего ансамбля «Аисты». Совершает, вступает в крутой пике хорошего настроения рубрики «Внутренний кофе» с Богдана и передает слово любимым коллегам, с одной из которой, из которых она там. Ну да, увижусь в пятницу, и будет буги-буги!